Хорошая, да? Так а в какой класс сейчас твоя доченька ходит? В девятый? А хорошо учится? Хорошо, конечно. А какой у нее любимый предмет? Какой? Ну, кубики. Кубики — это любимый предмет, да? Складывать, да? Понятно. Она дружит с кем-то там? Кто приходит, подружки ее к тебе домой? Ну да, есть же вот Катерина и Маша. Катерина и Маша — это две подружки Настеньки, да? Да. А с мальчиками она дружит? Может, кто-то ухаживает за ней? Ее же вот Миша, они ходят вместе, ну более они комфортно там. Ну, она не хочет домой уже к ним этим. Ага. Ну, в гости же ходит, нормально у нее там дела. Нормально у нее там дела, да? Ну да, да. Ну. А когда гости приходят, ты что-нибудь готовишь, там пирог печешь там для ее ну, подружек? Ну да, пеку, конечно. Ну, яблочный пирог. Яблочный пирог печешь, да? Ну да. Ну понятно, ясно. Ясно. Что интересно расскажешь? А про мужа своего расскажи. Как он, поздно с работы приходит или нет? Вечером приходит с работы, да? Да. А за хорошо зарабатывает твой муж? Ну да, хорошо. Хорошо, да? Покупает все домой, да? Ну да. Понятно. Ей приходят бонусики всегда. Ну, бонусики она... всегда приносит, да? Да, да. Ну, она не хочет там играться. Но взрослая машинка. А он все бонусики приносит, да? Ну да. А какие твои самые любимые игрушки твоей доченьки? Ну, тарелки, миски. Тарелки, миски. А велосипедик, там, самокат, там, есть? У нее нет самоката, только велосипед. Самоката нету? Нет. А ролики? Ролики есть. Ролики есть, прекрасно. Ну, велик и ролики. Велики, ролики, да? А самокат мы не покупали, потому что ей будет страшно. То есть на роликах не страшно, а на самокате страшно? Да. А почему ты так решила? Потому что она может сломать самокат своим. Может, у нее тут есть каблуки, что ли. А на какие-то кружки выходите? Да. А на какие? Мы же в четвертую смену ходим. Четвертую смену, а куда вы ходите? Ну, там, ну, как они делают, ходят за кругом. Нет, там английский, может быть, гимнастика нет, какая-то, нет? Нет, не там ходите? На английский не ходите? Так там уже кружки, они плывают, делаются. Нет, я про кружки говорю. Ты вот ходишь на какую-нибудь, дочку отправляешь на там какой-нибудь английский язык, на гимнастику? Ну да, отправляю. Отправляешь? Ну да, она уже. Ну и как, она английский знает? Да, знает. Знает? А какие? Ну скажи что-нибудь по-английски. Что она у тебя по-английски? Ты с ней по-английски? Ты с ней по-английски разговариваешь, наверное, дома иногда? Она уже не хочет на английском языке разговаривать. Почему? Она же учит английский. Она не любит его. А зачем туда ходит? Ну так себе. Ну а ты же любила ходить на английский, правда? Ну да. Ну. А скажи что-нибудь по-английски. Браун. А что это значит? Коричневый. Правильно. Ну, в общем, все у вас хорошо, правда? Ну, да. Ну, все, давай.